Нет ничего случайного, Вселенная подает вам знак. Заметьте вовремя, чтобы изменить жизнь к лучшему. Посмотрите на картинку, выберите конверт, который вас притягивает. В нем и будет послание для вас. Выбирайте, у вас есть 10 секунд. Вы выбрали первый конверт, у вас было трудное время. Вы очень устали физически и морально. Если вы хотите избежать нервного срыва и возможного истощения, сделайте вдох. Отступите временно, вам это обязательно нужно. Получите максимум удовольствия от отдыха. Возьмите отпуск и поезжайте на природу. Вы действительно не пожалеете. Вы выбрали конверт номер 2. Сейчас идеальное время, чтобы закончить все начатые дела. Даже если вам кажется, что вы сделали все, помните, вы можете сделать больше. Представьте, что вы марафонец и вам не до финиша. Вы легко делаете каждый новый шаг. Вы получаете желаемый результат в этой жизненной гонке. Все у вас получится. Не сдавайтесь. Вы выбрали конверт номер 3. Ваши физические возможности не безграничны, и я думаю, вы забыли об этом. Хорошо, что вы выполняете всю работу и движетесь вперед, но вам нужно заботиться и о своем теле. Попробуйте делегировать дела другим людям. Не заботьтесь обо всем в одиночку, чтобы не сгореть. Вот так можно потерять работу, это никому не нужно. Вы выбрали конверт номер 4, предстоящий период будет полон сюрпризов. Это повлияет на личную жизнь. Новые отношения или реактивация старых вас не побеспокоят. Будьте готовы ко всему. Также стоит ожидать увеличения финансов. Может быть, вы получите зарплату, о которой давно мечтали, или получите солидное наследство. Выбранный вами конверт номер 5 говорит о том, что вас ждет непростой период. Финансовое положение может ухудшиться, поэтому будьте готовы ко всему и заранее планируйте все расходы. Воздержитесь от крупных покупок и покупок бесполезных вещей. Но хочу вас обрадовать, ситуация быстро урегулируется. Ну а если вы выбрали конверт номер 6, то вас ждет много интересных историй. Вы будете активны и энергичны. Вы будете придумывать идеи даже ночью. Но не спешите. Знайте, что реализовать все проекты не получится. Сконцентрируйтесь на нескольких важных вещах. Дайте себе время. Вы не получите желаемого результата, начав все сразу. А какой конверт выбрали вы? Своими результатами делитесь в комментариях, мне их интересно знать. Ну а если вам понравился этот тест, то не забудьте им поделиться с друзьями, вдруг им тоже будет интересно. Ну а у меня на сегодня все, желаю всем удачи, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока!